уже привела себя в порядок, покушала, точнее, позавтракала. И уже я, блин, довольна такая, не могу, мне починили мой телефон. Мне починили мой телефон, и я теперь могу снимать вложики с нормальным качеством, потому что тот телефон, который у меня сейчас, он, конечно, прикольный, крутой, но там, конечно, камера такая себе. Мне не очень нравится качество. А на этой камере мне нравится, я буду снимать вложики, ура! Сегодня у меня последний выходной, завтра я выхожу на 2 дня на работу. И сегодня у меня в планах посидеть, поработать за своим рабочим столом, порисовать. И параллельно я смотрю «Пиратов Карибского моря». Вчера посмотрела 2-ю часть, сегодня 3-ю. И... буду сидеть рисовать, а потом с Игорем пойдем в спортзал, потому что спортзала будет очень много. Я хочу делиться своими впечатлениями, потому что, мне кажется, я когда-нибудь сдохну, но пока я держусь, я месяц уже проходила, результат есть, -5 килограмм, слава богу, спасибо, осталось еще 10. Так что не будем останавливаться на достигнутом, идем дальше, дальше и дальше. Светы и пересветы, но мне очень нравится формат влога, особенно если влог снимается повседневно. Просто я на протяжении уже, наверное, лет 6 смотрю девочку и мальчика, которые снимают влоги постоянно, каждый день, там не раз в неделю, а каждый день они монтируют, даже если они скучные. Ну вот, например, Игорь у меня не любит формат постоянных видео, то есть которые не продуманные, постоянные влоги, обычные какие-то разговорные видео. Ну, то есть ему такое не нравится. А я вот залипаю, я могу просто, не знаю, если мне дадут неделю отдыха, я могу целую неделю смотреть только влоги. Иногда бывает, когда я пересматриваю их. Ну, короче, у меня даже на канале на моем есть очень много скрытых видео о моей повседневной жизни, моих влогов, где я просто готовлю кушать, убираю или так далее. Я их пересматриваю, они мне очень нравятся, поэтому я думаю, что я это возобновлю, потому что я делаю это для себя, чтобы мне это нравилось. Так что влогом быть, тем более, когда мне починили камеру, спасибо, пожалуйста, спасибо большое. Так что вот, пока я разбираю стирку, планы на сегодня, это, как я говорила, пойти в спортзал. Я работаю, у меня график 2 на 2. И, то есть, в неделю я, получается, хожу 2 раза в спортзал. Меня это не устраивает. И я говорю, будем ходить 3 раза. То есть, на одних выходных будем 2 дня моих выходных ходить подряд, на одном один, чтобы как-то отдыхать. Вот мы вчера были в спортзале. Я записывала, у меня еще не была починена камера. Я записывала на фотоаппарат большой, что мы идем в спортзал. Я записывала, что мы идем в спортзал, и мы вчера занимались. У меня вчера была тренировка на низ, на ноги, у Игоря вчера была тренировка на руки, сегодня мы меняемся, то есть у него будут на ноги, у меня будет наверх. Вот, и надеюсь, я сегодня не сдохну, и Игорь не скажет мне пару ласковых по поводу того, что мы так часто ходим в спортзал. И также надо не забыть сегодня сделать протеин. Вчера мы тоже пили протеин. Я покажу, не расскажу, потому что я сама в нем ничего не знаю. Я знаю, что это белок. Сейчас у меня открылась лампочка. Сейчас. Я знаю, что это белок. Я знаю, что мне от него не очень хочется кушать. Знаю, что у Игоря растут мышцы, он набирает массу на протеине. Я худею, то есть сушусь. Ну, в общем-то... Штука прикольная и очень вкусная. Мы купили себе шейкер, тоже я снимала на камеру, когда мы купили. Мы купили шейкер, купили протеин германский, чтобы попробовать со вкусом клубнички. Ну, очень вкусно, очень вкусно. Я бы его пила постоянно, но мы купили самый более насыщенный протеин, в котором много белка. И там написано, что надо употреблять его раз в день. Вот мы сегодня его будем пить после тренировки. Ой, вкуснотища!
Блин, чуваки, я вообще в шоке. Я сейчас буду играть в Mortal Kombat, и Игорь еще не знает, что я записываю видео именно на приставке. Короче, я сейчас тут записываю, параллельно записываю на приставке. Это очень... Короче, как я объяснила, я записываю сейчас на камеру себя, и сама приставка записывает игру. Но мне интересно, что это будет. Посмотрим. Запись пошла. И, короче, мы играем сейчас в Mortal Kombat, ну, у нас много игр, ну, хочу все-таки научиться играть в Mortal Kombat хорошо, хотя бы за одного персонажа. И хочу выиграть Игоря. У меня получается всегда такой прикол, в любой игре я играю, мы играем первую игру, я выигрываю у Игоря, может быть вторую, а последующую вообще никогда не могу выиграть. Так и тут, я научилась некоторым приемам у Кун Лао. Крутой чувак, мне он очень нравится, и я хочу научиться за него играть. А Игорь сейчас тренируется играть за Кейси Кейдж, за Сиси Кейдж, короче. Вот, и он постоянно каждый вечер играет и все такое. А у меня времени нет, я там раз в неделю могу поиграть. Мне нравится, не то чтобы мне не нравится приставка, я вообще в нее каждый день бы поиграла, но времени нету. Так вот, пока у меня есть часик, я готова в нее поиграть. Я выбрала уже Кун Лао, надо выбрать... выбрать противника. Так. А как тут выбрать? Случайный выбор. Лю Кэн. О, Лю Кэн. Игорь тоже за него играл. Выбор сложности. Ну давайте начнем с легкого, потому что, ну, типа, я училась просто. Рандомно, точнее, играть. Я выучила несколько комбинаций, которые просто суперские, но я их уже не помню. Так что... Блин, так это, конечно, шикарное. Вообще. Игорь, короче, играет уже много времени, и у него много денег. Подождите, я стоп поставлю. У него много денег уже, и он ходит по вот этой... Как это хрен называется? Скрипте. Короче, где-то он ходит и выбивает всякие шмотки, усиления. И он уже, значит, свою Кейси Кейдж одел, всех одел. То есть на них у него выпадают шмотки. А на моего Лю Кан, не Лю Кан, а на моего Кун Лао у него, то есть, вообще ничего не выпало. Так что он вчера, по-моему, миллион тут нашел. И я сейчас его потрачу. Ну, не прям сейчас поиграем. Так, список приемов не надо, я все помню. Так что давайте мы начнем. Ага, я помню, как это огни. Лёгко это не тоже? Бляха. Вот это он тебе портирует, вот это. Вот это сейчас комбинация пойдет. Оп, вот эту комбинацию значит еще. Потом есть еще одна. И еще нормально бахает. Блин. Конечно, крутые шмотки он нашел у меня. Так, посмотрим прием, потому что я помню только один. Так. Угу. Ух ты, ёлки! Молодец, я молодец! Ну так мы пройдем пару часов. Ой! Сюда иди. Вот это меня хреначит на нормально, а это так, чтобы я еще... Короче, я не знаю, как я научу. Вот так! Нормально. А когда я играю с Игорем, это вообще сейчас мы еще попробуем с вами фаталити сделать, если нас не будет. Еще третий раунд. Выиграем, сделаем старики. Так, телепортнушка. Телепортнушка. Телепортнулись, дали шляхой. Не понимали. Да там, там аккуратненько. Все подряд кнопки. Сейчас мы начнем заново разбирать все приемы. Но
На нафиг, я успела нажать две кнопки. Как ты не успеть, да? Если ты играешь на самом легком уровне. Последний раз мы играли в Mortal Kombat, когда у нас не было приставки. Мы... О, финиш, подождите. Сейчас давайте я посмотрю, как делать фаталити. Так, фаталити. Вниз, лево, вниз, X. Вниз, лево, вниз, X. Вниз, лево, вниз, X. О, получилось! Смотрите. А, я это видела. Fatality. Кун Ла Винс. Короче, я сейчас остановлю запись. Остановлю. Короче, вот так вот я сейчас проведу пару часиков, не буду это все записывать. Если мне это понравится, я лучше потом сниму отдельное видео, как я играю, и так далее. Будем играть все вместе. Все, мы приехали на тренировочку, я уже переоделась. Сегодня наконец-таки не забыла свою форму. Сейчас только перевяжу шнурки. Кстати, у меня тренировка проходит так. Если я хорошо с первого раза завязываю шнурки, значит тренировочка будет проходить легко и быстро. Ну и результат будет лучше. Если шнурки будут завязаны плохо и в течение тренировки они будут развязываться, то значит что-то пошло не так. Вот. В течение часа меня не будет, так что я побежал. Надеюсь, я выживу сегодня.